Первыми дорожные полицейские решили выслушать вопросы работников автопарков, так как те обслуживают маршруты едва ли не круглосуточно, поэтому лучше многие знают ситуацию на дорогах. Больше всего вопросов у водителей автобуса возникло к работе светофорных объектов. Перекрестки Комсомольский с Республикой. Там светофор очень медленно, это быстрый горит. Стрелка дополнительная? Дополнительная стрелка, на автобусы не успевают проехать. Добавить там, а можно на несколько секунд хотя бы? Светофоров в городе, по словам водителей, не хватает. Чаще всего звучали предложения об их установке в районе магазинов «Одежда», «Алем» и «ЦУМ». Полицейские уверяют, проблему они знают, но пока сделать ничего не могут. Вблизи школ, где находится вблизи уличной дорожной сети, также Мира 5-7, Мира 6-7 микрорайон, просим даже сделать надземный пешеходный переход. Подземный не получается, потому что там коммуникации идут. Надземный пешеходный переход. Все это на рассмотрении. При финансировании, я думаю, этот будет вопрос решен. Просили присутствующие взять под контроль ситуацию на остановочных павильонах около завода. У конвертерного цеха, на промбазе и коксохимпроизводстве из-за скопления машин автобусы даже не могут развернуться. Развернуться невозможно, потому что приезжают, кто жену высаживает, кто что встанет, пока поцелуются, пока туда-сюда. Автобус стоит, ждет. Автобус не может проехать. Вот и все. Когда начинаешь подходить им говорить, ты видишь, знак висит. Ты какого черта стоишь на остановочном павильоне? Это не твое дело, это мои проблемы. А вот у простых горожан вопросов предложений к сотрудникам дорожной полиции оказалось немного. Поэтому сотрудники отдела административной практики в большинстве своем просто раздавали им листовки. Но несмотря на это, руководство УАПа уверено, акция прошла успешно. Это да, надо устраивать почаще. Это была инициатором это республиканская акция. Мы будем теперь проводить свои мероприятия такие. Ну, думаю, в квартал. Один раз в квартал, полгода раз и так будет проводиться данная акция. Полицейские отмечают, что подобные мероприятия приносят результат. Большинство проблемных вопросов, заданных им, решаются в течение нескольких месяцев. А это значит, что организаторы акции работают не зря. Алексей Никаноров, Дмитрий Поленов. Новости Темиртау.